8 апреля отмечается 106 лет со дня образования военных комиссариатов в нашей стране. С профессиональным праздником в этот день коллектив Заинского военкомата поздравил глава района Разиф Каримов. Мы январь, февраль, март выполнили задачи, план военного комиссариата и министра Республики Татарстан на 100%. Работаем над планом апреля. Я думаю, все у нас получится. И, конечно, хочется пожелать уже я последний год-два. Желаю всем своим близким, друзьям только два пожелания. Во-первых, это здоровье. И, конечно же, как бы ни было, мы говорим, мирного неба над головой. Также Разиф Каримов провел церемонию награждения. Среди наград – благодарственные письма и почетные грамоты за личный вклад в решение поставленных задач по выполнению плана, подбору кандидатов на военную службу по контракту, за плодотворное сотрудничество, профессионализм, трудолюбие, добросовестное выполнение своих обязанностей, также за высокий профессионализм и другие награды. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Заинска.